Всем привет! Ставлю защиту рук на пожарника. Для этого что нам надо? Что нам надо? Лимонада. Отпустил трос переднего тормоза, чтобы вот здесь выдернуть его с жимка. Вот здесь снизу гаечка на 8. Сейчас будем откручивать ось жимка. Ну и пытаться внедрять крыль. Ну, буду заниматься, что получится, покажу. Ну вот, вот так вот. Вот так оно должно стоять. И вот, вот, вот. Настолько нужно будет вот туда подать. Ну и вот этот элемент упрется вот в выступающую часть, куда вкручено зеркало. Поэтому я считаю необходимым для упрощения всего просто тупо вот эту перемычку убрать. Все, убираем перемычку, берем ножницы по металлу, делаем чик. Вот они, ножницы. Вот она, левая рука. Левая рука кладет ножницы, левая рука взяла камеру, правая рука берет ножницы, подхватывает. Сейчас я спозиционирую для чика. О, делаю чик. Сделал чик раз, чик два. Как буду делать, не покажу вам. В общем, смотрите продолжение. Вот вырезал все, теперь видите, подходит. Все у нас тут будет стоять. Единственное, что вот эта вот защита правильная, которая закрывала движущиеся части от замерзания от воды, теперь ее у нас не будет. Ребята, вы говорили, китайцы плохо делают. Поглядите, какой толстый трос, какой толстый рубашка, как тут все уплотнено. Вот резиночка 12-го года мопед, и все тут чики-пуки, и я на нем катаюсь. Вот сейчас пока снято, я заодно сейчас сниму этот уплотнитель, туда маслица налью, помажу тросик. То же самое сделаю с тросиком сцепления. А газовый я как-то недавно мазал. Наверное. Может быть. Ну вот. Так это теперь смотрится. Троса помазаны. Вообще. Все в огне. Но я понимаю, что многим это не нравится. Вот это вот лепота колхозная. Ну, а я-то говно навешать любитель. Поэтому это и мой мопед, а не того, кому это не нравится. И вот здесь оно вмещается, вот это вот, колпачандр. А вот здесь что-то конструктивно он не влазит. Вот нашел с других зеркал потоньше. Сейчас я их поменяю. Будет вот так. Он вместится, будет более гармонично. Ну вот, резиночки стоят. Все тут по фэншую. Сейчас проверю давление в колесиках. При необходимости доведу его до установленной нормы. Норма где-то тут написана на покрышке. Вот она. Где-то тут. Или вот эта покрышка. Дуро. Ну не в смысле, что она гумная, а в смысле, что фирма так называется. Кстати, очень нормальная покрышечка. Уже ездит и ездит пару сезонов на дальнички. Эту покрышечку я тоже ставил. Видите, еще эти пупырындики не стерлись. И хреначу и по грунтам, и по асфальтам.
по 30 километров в одну сторону по несколько раз. Короче, не надо песен петь, что все китайские покрышки говно. Это неправда. Так же, как и неправда, что вся китайская техника говно. Это неправда. А правда то, что она еще бывает полное говно. Шучу, конечно, шучу. Орёнчиком я доволен. Только положительные отзывы от меня вы можете услышать за этот пепелацик. Конечно, для меня он так маловат, но меня это устраивает. И эргономика, и т.д. и т.п. И тегло его, и скоростные характеристики, и все остальное. В общем, ладно, качаю колеса и прокачусь. Прокачусь уже с новыми аксессуарами. Вот такие дела. Всем спасибо, всем пока. Короче, после всех этих процедур, что я сделал, я уже вечером пришел, взял их, поменял местами, развернул их вверх ногами. Теперь вот эти жабры сверху. Я думаю, что так по фэншую больше правильно, чем было до этого. Посмотрел я там в Яндекс.Картинках, какие там. Таких я не нашел, но похожие. И у них вот эта часть, которая длиннее, у всех больше вверх выступает. Есть и с дырками, без дырок. В общем, так как бы вроде правильнее. А чтоб не дуло, я здесь могу чем-нибудь заклеить. Вот здесь заклеить. Даже с канисточки вырезать какую-то заглушку. И все. Что, собственно, я и сделаю. Заглушечку сюда сделаю. Чтоб не дуло в рукава. Ну и снова всем спасибо, всем пока.